Вітаю вас на Фабриці новин. Я Ірина Каблучко, і з нами в ефірі Абаз Галямов, російський політолог, спічрайтер Путіна у 2008-2010 роках. Привітаю вас, Абаз. Здравствуйте. Количество поджогов военкоматов в России выросло вдвое за полгода. Об этом сообщает британская разведка. И по данным российских СМИ, где-то было 113 атак на военкоматы с лета 2023 года. Британские аналитики считают это потому, что люди не доверяют Путину, что не будет новой волны мобилизации. А по вашему мнению, кто и почему поджигает военкоматы в России? Слушайте, если честно, ну, я помню волну предыдущую, а вот в последние месяцы, по-моему, этого вообще не было. Это как-то тема ушла. Я вот эти данные, о которых вы говорите, я впервые слышу. Поэтому там можно, есть какие-то подробности? Вот вы сказали, с лета 23-го года. 113 атак на военкоматы с лета 2023 года. Это на самом деле была статистика с российских СМИ, но ее как раз опубликовали вместе с этим заключением британской разведки. Ну, это получается, что каждый чуть ли не раз в 2-3 дня, значит, на протяжении всей осени поджоги были. Но в СМИ да, это не попадало. То есть это, может быть, это какие-то попытки, которые как раз, ну, не полыхнуло, что называется, да, там бросили. Покушение на военкомат. Да, ну, может, это какие-то такие неудачные истории, потому что когда полыхает, ну, хотя как, вот смотрите, ночь, да, если сам человек, который планирует это сделать, не записывает, да, и срабатывает сигнализация, там прибегают и быстро тушат, либо вообще не вспыхнуло, так часто бывает. Ну, тогда, ну, можно предположить, да, что количество неудачных попыток вот таких, ну, их много. Тогда просто интересно, откуда у англичан эта информация, если она к нам не попадает. Ну, то есть я же мониторю эту ситуацию. Честно скажу, не знаю, пока затрудняюсь сказать. Ну, вот что уверенно могу сказать, это то, что, ну, как бы это все объяснимо. Ну, то есть люди от всего этого устали, протестное настроение усиливается, и кто-то их реализует в легальном политическом поле, вернее, ну, подавляющее большинство людей, они пытаются реализовать себя в свои политические, значит, устремления в легальном политическом поле. Вот, например, в частности, сейчас сдают подписи за Надеждина. Но кто-то, есть какое-то количество людей радикальных, это обычно так называемый вот глубинный народ. Обратите внимание, например, в Башкирии вспыхнула, да, вот сельская глубинка, значит, там чуть ли не 1500 километров от Уфы, ну, прям вот глушь, что называется, да, медвежий угол. И там с ОМОНом-то не больно-то церемонились. Ну, то есть ОМОН их бьет, а они тут в ответ ОМОН бьют. Там видели же картинку, и ледышками закидывали, и камнями, и стекла в машине разбили. И в какой-то момент прям загнали их, окружили в угол эти ОМОНовцы, переговоры вели, так сказать, с людьми, вынуждены были выпускать задержанных. Вот. Вот глубинный народ, он как раз вот склонен к прямому действию такому, да. И когда, что называется, достали, вот довели, ну, вот он, глубинный народ, так и действует. Да, это, ну, можно себе представить какой-нибудь там пожилой человек, значит, вот, значит, ну, переживающий за сына, что его могут призвать, да, или даже столкнувшийся с тем, что вот, ну, давят. Там же, понимаете, откуда берут этих контрактников? Их же с помощью админресурса, большинство из них заставляют подписывать контракт с помощью админресурса. Это когда, обычно это селяне, значит, люди, ну, такие вот, знаете, не имеющие навыков вообще противостояния начальству. Да, когда вот там председатель колхоза начинает давить, он знает, кто у него примерно слабый, так сказать, да, слабое звено. Ему там от главы района пришла команда, там, найди там 10 человек, условно говоря. Вот. И он там наметил этих жертв и начинает обкладывать со всех сторон, значит, сам первый раз подошел, сказал, второй раз подошел, сказал. Зам подошел, сказал, там, главбух там в момент выдачи зарплаты сказал, что, значит, в следующий раз не факт, что получишь,
значит, там жену там по какой-то линии, жена где-то работает, там учителем в школе, например, директор там напрягает, да, говорит, что если твой не подпишет, так извини, уволю тебя там. Ну, то есть вот как бы, а человек куда деваться там, он, ну, понимаете, он всю жизнь там прожил в этом селе, он в областной центр, то, я не знаю, ездит раз в несколько лет, не чаще, я уж не говорю про то, чтобы там в Москву поехать, да, и у него, ну, крайне ограниченный кругозор, у него, не повторюсь, нет навыков вот противостояния, да, властям. И он в какой-то момент ломается, сдается, и ему говорят, слушай, ну что ты вот сейчас пойдешь быстренько нам послужишь, ты что, не слышал, что президент говорит, ну скоро победа уже совсем чуть, а ты заработаешь там, героем вернешься, значит, мы тебе тут сразу, пока тебя не будет, и жене сено там, и дрова, значит, и дорогу будем чистить каждый день к ее дому, значит, чтобы она горя не знала там, ну, в общем, и дети твои там в шоколаде будут. Ну, то есть, вот как это делается, понимаете, человек в какой-то момент, вот, то есть, кнут и пряник, да, применяется одновременно. С двух сторон. И он в конце концов сдается. Вот как это делается, да? И что-то я так долго вдавался в детали, пытаясь Вы, рассказать, наверное, что, хотели честно говоря, объяснить психологию людей, которые живут в дремучих деревнях и подписывают контракты на да, то, ну вот чтобы я ехать и объяснил, убивать да, украинцев. это я объяснил. Да, это я объяснил. А вот почему я решил это объяснять? То есть вопрос был, если очень Почему трудно вот поджигают получить. военкоматы? Кто и почему Да, и поджигают вот, военкоматы? да. И вот представляете, вот отец этого человека, он не хочет идти служить, этот человек, да. Отец тоже не хочет идти служить, потому что понимает, что велик шанс получить сына обратно в мешке, да. И он в отчаянии, потому что отец тоже не, ну, он пенсионер, он жизнь уже прожил, он не это самое, ну, не знает, как эту проблему решить, а готов рисковать, в принципе, даже жизнью ради сына, например, да, вот. И он сидит, вот переживает, сына обкладывают, каждым днем все больше, все сильнее давят. И ну, себя просто представьте на этом месте, да, и вы постепенно вот в отчаянии приходите, да, и в какой-то момент, ну, вот прямое действие, да, такой момент вот люди способны на многое, то есть берет там и пытается поджечь военкомат. Это как-то так. Ну, то есть это точно не какое-то не централизованное, не организованное движение, это жест отчаяния глубинного народа. Ну, то есть вот либеральная интеллигенция, она пытается реализоваться через политический процесс, да? Там кто-то что-то в интернете пишет, кто-то там пытается там присоединиться к штабам Навального там и, значит, условно говоря, сейчас обзванивает, ну, вы знаете программу штабов Навального, антипутинская агитация, там обзвон россиян, да? Значит, кто-то там через вот такие действия делает, кто-то листовки там клеит, тоже программу штабов Навального. Вот. Ну, вот, то есть, вот интеллигенции, либералы, они вот свой протестный потенциал вот так реализуют. А глубинный народ, он всего этого не умеет, не понимает, не знает, так сказать, да, и он вот, он долго терпит. Вот откуда это выражение, значит, по поводу того, что русский бунт бессмысленный и беспощадный. Ну, потому что вот он такой, да, это вот это не характеристика русских как этноса, да, это характеристика авторитарного глубинного народа, да, строго говоря, там в Китае та же самая история, там в Иране, там вот эти погромы, которые устраивали протестующие во время арабской весны, там, да, это, ну, все вот явление одной природы, то есть люди неискушенные в политике и недовольные происходящим, вот в тот момент, когда они взрываются, ну, это вот приобретает характер сожжения барских усадеб. Да, вот, ну, да, на самом деле, вот Бунина почитайте там, например, о том, как, значит, как это происходило во время революции столетней давности, да, там. Вот как крестьяне там вот медленно закипали, да, и потом вдруг бросались, значит, и жгли усадьбы там своих, ну, тех, кому они служили верой и правдой всю дорогу, да. Вот так это и бывает.
Предлагаю тогда поговорить про политический жест, про либералов и про Надеждина, которого вы вспомнили. На днях был большой ажиотаж по поводу желающих присоединиться к очереди для того, чтобы оставить подпись за него. И так уж совпало, что на днях он дал интервью журналистке Нино Расебашвили. Ой, что сказать вам? Значит, я приведу несколько тезисов из его интервью. Притом тут важно заметить, давай, что Нино вначале спросила его, что то, что вы сейчас будете говорить, оно соответствует вашим политическим заявлениям, вашей политической программе. Он сказал «да», и на как раз вопросы безопасности и внешней политики он прям очень готов говорить. Значит, тезис первый. Путин не понесет никакой ответственности. Ни внутри страны, ни в какую Гагу он выдан не будет. Крым и другие оккупированные территории Надеждин возвращать не собирается. Притом, я так понимаю, не только в Украине, а в принципе в других странах. Максимум, что готов предложить, это переговоры, мирные переговоры и режим прекращения огня. Ну и больше всего меня впечатлило, что из его логики исходит, что прав тот, у кого есть военный потенциал, атаковать чужие территории, захватывать чужие территории. И кроме того, что он сказал, что освободит политических заключенных, честно говоря, какой-то серьезной, такого принципиального отличия в риторике с тем же Путиным, мне не видится. Вы могли бы объяснить украинской аудитории этот феномен, почему российские либералы с ним так носятся? Ну, как не видится, смотрите, он прямо, он говорит, я вот как только стану президентом, первым же делом я подпишу, значит, предложу украинцам режим прекращения огня. То есть выходим на переговоры, да, ну, вот прямо сейчас давайте прекратим огонь. Путин же этого не делает, вот, ну, принципиальное отличие. В целом он признает войну неправильной, ненужной, не надо было ее начинать, вот. Значит, политика вообще... Аббас, можно я вас в этом месте перебью? Войну очень легко прекратить. Вывести войска с территории Украины, декларировать, что Россия присоединяется, признает те политические границы всех государств в мире, которые установлены на сегодняшний день, и все. Вопрос исчерпан. Вот люди, которые так... Он не исчерпан, потому что люди, которые так говорят, они сидят в тюрьме, а война продолжается, понимаете? Политика – это искусство возможного. Конечно, было бы хорошо, чтобы мы были все здоровые и богатые, а не бедные и больные. Но между пожеланиями и способами их реализации, ну, пропасть. И наша проблема в значительной степени связана с тем, что мы постоянно ищем идеальных вариантов, значит, и упускаем варианты не идеальные, но реалистичные. Значит, Надеждин готов, значит, ограничить свои аппетиты вот тем, что захвачено. Он не может себе позволить сейчас сказать, что я верну Донбасс и Крым. Это прямое нарушение российского законодательства. Он не то, что на выборы не попадет, он просто сядет. И все, к длинному списку российских политзаключенных добавится еще один человек, Надеждин. Вот. И мы получим нулевой практический результат. А пока Надеждин вот этого не делал, пока он говорит те вещи, которые украинцам неприятны, не поймите меня неправильно, я прекрасно понимаю, почему украинцы недовольны. То есть украинцы точно имеют право быть недовольны. Не украинцы, это наша, речь идет о мировом правопорядке. Это не наш внутренний междоусобчик. Но это вы мировой правопорядок. Вы сейчас транслируете точку зрения украинцев, да? Поэтому давайте вот... Я могу точку зрения грузинов сказать, транслировать, точку зрения Молдовы транслировать, слушайте, точку зрения тех государств, на которые завтра могут напасть другие более сильные страны с более сильным военным потенциалом, только потому что Россия продемонстрировала, что в принципе, если у тебя есть там чуть-чуть больше танков, можно прийти, оттяпать кусок территории. И зачем тогда мы договаривались и рисовали цветными красками вот эти вот разные страны на политической карте. Ну, хорошо, карте. Давайте тогда, ну, действительно требовать от Надежды на это сделать. Предположим, он это сделает, и он сядет. Потому что он призывает к отторжению российской территории, это прямо запрещено, это уголовная статья. Да, потому что эти территории Путин уже внес в российскую конституцию. Надеждин сразу садится. Какой результат на практике мы с вами получим? Еще раз, я
предлагаю отделять практическую политику от политики идеальной. С идеальной точки зрения Надеждин, конечно же, не идеальный кандидат. И еще в декабре я, в принципе, по его поводу достаточно скептически высказывался. Но я как минимум сейчас уже вижу конкретные практические результаты. Например, Надеждин, сумев, благодаря вот этой своей такой позиции, когда ну, не за что зацепить, вроде бы, да, с легальной точки зрения, сумел пройти первый этап в избиркоме, значит, и первый этап регистрации, и получил право собирать подписи, он визуализировал, он всему миру показал, что россияне, которые против войны, их десятки тысяч, они в очереди выстраиваются. Вот. Сторонников Путина мы визуально нигде не видим. Путин собрал якобы 3 миллиона подписей, а никаких очередей мы не видели. Вот. А Надеждин собирает 200 тысяч подписей, и вот они толпы. Значит, и тем самым Надеждин как бы показал, ну там, это очень важно с точки зрения российского внутриполитического процесса, с точки зрения делегитимизации системы, он показал всем, теперь это всем очевидно, что все эти 3 миллиона путинских подписей, это чушь собачья, нету никаких 3 миллионов подписей, фейк. Вот, если это раньше было понятно только политтехнологам, которые профессионально собирают подписи и знают, как это делается, да, то теперь это понятно, ну, вообще, всем, кто мало-мальски интересуется политикой. И это уже конкретный практический результат. С точки зрения делегитимизации российской политической системы в глазах россиян, это конкретный практический результат. И Надеждин его уже добился. Поэтому я говорю о практической политике. Любая революция, она делается по совокупности каких-то вот таких вещей, когда все большему числу людей становится очевидно, что это негодная система. И ни к чему не годно. И ну, это плохая, это лживая система, это фальшивая, что нет никакой всенародной любви, значит, нет такого, что вот там Путин там любил, значит, ну, то есть, чтобы народ там любил Путина, вот как пропаганда пытается изображать лояльные социологи, там рисуют эти, значит, рейтинги, да. А что такое ваши рейтинги против телевизионной картинки? Как говорится, лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Вы нам какие-то циферки показываете, а мы видим, за Путина никто в очереди не стоит, а за Надеждина он стоит. Вот. А Надеждин против войны, он против войны, все его так воспринимают. Значит, вот реальное настроение россиян. Значит, а что вы нам ерунду впариваете? Вот по совокупности таких вещей, вот, когда их накапливается, тогда и происходит революция. Не было ни одной истории революции в мире, в мировой истории, которой бы не предшествовал вот такой, вот это все. Понимаете? Надеждин – это некоторым образом сейчас буревестник революции. И еще, значит, Надеждин – человек предельно прагматичный. Я вас уверяю, он точно не будет на самом деле держаться за эти территории, когда изменится обстановка. Вот когда он станет президентом, у меня есть все основания предполагать, что он и Крым, и Донбасс, все это вернет. Просто сейчас он не может пока этого декларировать. Потому что если он будет это декларировать сейчас прямо, он, ну, как я сказал, он закончится как политик, он сядет просто. Понимаете? И поэтому ну, вам не остается ничего другого, кроме как... Ну, поверить Надежде, ну, в этом смысле. Но у вас что, тем более у нас, у российских противников режима, есть лучший выбор? Ну, нет. Поэтому, ну, я предлагаю вам просто вот со скепсисом там за всем этим наблюдать. И все. Нет необходимости, так сказать, влюбиться сейчас в Надеждина. Ну, наблюдайте за ним со скепсисом, окей, это не проблема. Вот. Я не думаю, Абат, что мы способны влюбиться в любого россиянина в данный момент. Ну хорошо, я вас услышала. Право, то есть имеете право. Ваша, насколько я вас правильно поняла, что миссия Надеждина в данном случае подсветить нелегитимность Путина, и это может в каком-то степени когда-то триггернуть восстание людей против Путина, потому что, как мы говорили с вами в прошлом интервью, даже диктатура держится на народной поддержки, как минимум. Ну, правильно я вас поняла? Да. Хорошо, тогда предлагаю поговорить. Смотрите, просто вот давайте я по-другому переформулирую. Воспринимайте это как российский внутриполитический процесс. Просто это вот пока первично российская внутриполитическая составляющая. Международная составляющая
связанной с войной и с отношениями с Украиной, она в данном случае вторична. Идет борьба за власть в России. Понимаете? И Надеждин, он просто лучше Путина. Вот и все. Вот исходите из этого. Он точно не идеальный. Да? Было бы лучше, если бы кто-нибудь другой. Я бы точно предпочел Навального, например. Да? А, значит, но пока он точно лучше Путина, и курочка по зернышку клюет, как говорится. Да, извините, все. А как вы считаете, его зарегистрируют? Думаю, что нет. Ну, то есть практически абсолютно вот уверен, что нет. Он слишком большие риски несет для системы. Ну, то есть если его зарегистрировать, то вот эта волна, значит, энтузиазма, которая сейчас наблюдается в России в этой в связи с Надеждиным, она же пойдет дальше, шире. И Надеждин превратит, само присутствие Надеждина превратит эти выборы, по сути, в референдум по вопросу о войне и мире. И он наберет больше Путина. Ну, то есть он реально наберет больше Путина. То есть, конечно, придется фальсифицировать, но фальсификации таких масштабов уже не скроешь. Надеждин будет как русская Тихановская. Да, понимаете? Это слишком неподъемные риски для Кремля. То есть понятен соблазн, да, почему Кремль с самого начала стал играть. Не отстрелил Надеждина там на этапе сбора подписей, не допустив до сбора подписей, как Дунцову, да? Потому что первоначально Дунцова воспринималась как главная угроза. Да? Надеждин на ее фоне выглядел человеком более-менее системным, поэтому, ну, думали, окей, с ним решим чуть позже. А вот, а Дунцова, значит, выглядела как человек, ну, сразу такой антисистемный, да, и, соответственно, как угроза. Угроза в том смысле, что, ну, избиратель еще легче там в нее, так сказать, вложит свои эмоции. То есть по отношению к Надежде, ну, у российских оппозиционеров, у ядра российской оппозиции, конечно, есть скепсис. Ты там из телевизора не вылезал долгие годы, да? Мы в тюрьмы гнили, так сказать, да, мы на баррикады выходили, а ты там на Первый канал там ходил и на НТВ. Вот. А в отношении Дунцовой такого скепсиса не было. Она, так сказать, она очевидно не связана с системой. И поэтому Кремль, значит, изначально, так сказать, на Надежде не обращал внимания, там занимался Дунцовой и пропустил его вот на один этап. А поскольку вот этот процесс, вот этот потенциал протестный в российском электорате сейчас уже настолько силен, настолько вот накипел, достало вот это все происходящее, да, вот показательно история в Башкирии, где глухое село восстало, да, значит, вот эти эмоции люди, вот они огляделись по сторонам и вдруг увидели, так у нас же еще один антивоенный кандидат есть, да, и они вложили там эти эмоции теперь в Надежду. И вот представьте, Надежда сейчас регистрирует, и он, и вот эта вся волна пойдет, значит, поднимется, и выбор будет очень простой. Хочешь войны, продолжение войны, голосуй за Путина. Путин – это кандидат войны. А хочешь, чтобы войны не было, голосуй за Надеждина. Да? И Надеждина реально наберет в этой ситуации большинство, без относительно к его личным качествам. Да? То есть неважно, какой компромат на него там Кремль будет выливать, там, да? Это потеряет всякое значение. Надеждин, это, он будет как Зеленский против Порошенко. Да? Человек несистемный против системы. Человек, который идет против вот всего вот этого, что нам не нравится. Вот. И это реальный риск для Кремля. Да? Конечно, соблазн есть. Зарегистрирую его, потом нарисую ему, условно говоря, 2% и скажи всем россиянам, вот, дорогие россияне, так сказать, вот цена там, так сказать, вот таковы антивоенные настроения, 2%, да. Соблазн есть, да, люди увидят, что, ну, Кремль не боится антивоенного кандидата, да, это значит действительно честные выборы, значит, врут либералы, когда говорят, что выборы в России нечестные, да, ну, то есть с точки зрения легитимизации самой процедуры выборной, конечно, присутствие Надеждина в бюллетене представляет собой, ну, очень серьезный интерес, то есть в этом плюс. Но, повторюсь, риски перевешивают очень сильно, потому что реально получишь русскую Тихановскую, получишь протестное голосование, вот, и получишь по итогам полное ощущение, что Путин проиграл и только с помощью фальсификаций, значит, удерживается у власти. Вот. Это до сих пор было очевидно меньшинству россиян. А вот если вот эта история с Надеждиным случится, то это станет очевидным уже большинству. И это такой риск, на который, я думаю, Кремль не пойдет. Я, правда, знаете, не исключаю вот этого вот такого психологического момента. Ну, Путин же, он такой же мачо, он же крутой, да.
Вот. И если он это воспримет через призму, что там типа, струсил, Надеждин испугался, да, ну у него, что называется, вожжа под хвост может попасть, он, в принципе, часто совершает, ну иногда совершает крайне иррациональные поступки, да, и поэтому, ну вот я небольшой такой вот процент оставляю, закладываю на то, что Путин согласится, значит, зарегистрировать Надеждина с тем, чтобы вот показать всем, что он не боится. Да? Но это такой риск, что я думаю, что его отговорят, даже если он захочет. Да? И Кириенко, и Ковальчуки, и Ирнберг, и все бросятся там на колени, скажут, отец родной, не доводи до греха. Так что думаю, что все-таки не зарегистрируют. Хорошо, продолжаем наблюдать с попкорном. А сейчас предлагаю поговорить о действующих диктаторах. Россия на Западе противостоит нацистам. Такую идею артикулировали Лукашенко, Путин, Нарышкин, Володин, там с ними, по-моему, был на последней встрече. Это по версии Института изучения войны. Аналитики считают, что сейчас вот этот вот пассаж по поводу того, что в Украине нацисты, он будет масштабироваться на весь Запад для того, чтобы объяснить внутренней аудитории и вот эту изоляцию, и конфронтацию, будут вот такую именно идею продвигать. Почему именно нацизм так работает на россиян? Потому что тут еще я вот хочу такую ремарку сделать, что ну, все более или менее образованные люди знают, что правые партии, преимущественное количество правых партий в Европе как раз наоборот лояльно к России. Вроде не вяжется опять. Да. Угу. Ну, слово нацизм, оно действительно накачано было в свое время там тема нацизма там и народа, который этому противостоял, его победил в конце концов. Ну, на протяжении долгих десятилетий эта тема накачивалась, и Путин эту тему накачал, в общем, активно вот последние десятилетия, он прям ну, там, безудержно ее, эту тему пиарил, да. Поэтому вот есть у него такое представление, что это реально рабочая тема. Да, и я думаю, это от него исходит. Никто не в состоянии, так сказать, ему сказать, Владимир Владимирович, не работает уже. Хотя на самом деле это не работает уже. То есть тему так часто использовали в, значит, ну, что называется, не по делу, вот как тот мальчик, который, знаете, постоянно кричал волки, да, и в конце концов ему перестали верить. Помните сказку про пастушка? Вот Путин с нацизмом то же самое сделал. Но его окружение боится ему это сказать, и что ты сам виноват, да, поэтому послушно берет под козырек, и вполне возможно, что они действительно будут эту идею реализовывать. Флаг им в руки, как говорится, российский электорат уже на это не купится, мальчику уже не верят. Вот в продолжении этой же темы Институт изучения войны говорит о том, что, опять-таки, масштабируют сейчас на западные страны, ну, в первую очередь на страны Балтии, тезис о том, что нацисты обижают людей с русским паспортом и русскоязычных людей с каким бы там ни было другим паспортом, и что потенциально нам необходимо будет, может быть, один день вписаться за них. Ну, по сути, точно такая же риторика, которая звучала перед нападением на Украину. Тут я хотела спросить, о чем свидетельствует эта риторика? К чему готовят русские народы? Неадекватность. Об их неадекватности, если они действительно эту тему будут поднимать, пока она такая, она маргинальная. Если они ее будут накачивать, это просто, ну опять же, можно будет только приветствовать, прям аплодировать, потому что россияне, знаете, как на это реагируют? Чё? Это нам еще, значит, мы тут не разобрались, значит, в крови захлебываемся, да, и в нищете живем из-за санкций. А ты нас еще туда собираешься отправить? Еще там и этот русский мир спасать в Прибалтике? Да, знаете, вот так отреагируют. Понимаете, Путину крайне важно сейчас демонстрировать желание, готовность к деэскалации, то, что деэскалация идет. Россияне хотят деэскалации, они не хотят эскалации. А то, о чем вы говорите, это демонстрация того, что, ну, по сути, он говорит, и да, я чокнутый псих, я собираюсь еще одну войну устроить. Вечная война, да. Войну устроить. Ну так, да, но тогда просто его, так, ну он просто приближает свой конец, понимаете? Вот как Николай II своей неадекватностью приближал свой конец, вот Путин будет делать то же самое.
То, о чем вы говорите, это делают вот так называемые российские ястребы, вот эта группировка этих Патрушев, Сечин, Громов, они крайне влиятельны сейчас, потому что ну, путинский режим, по сути, от них зависит, он держится на силовиках, да, и вот люди, контролирующие, так сказать, этот силовой ресурс, ну, в случае с этими тремя персонажами, в политическом смысле слова, не в оперативном, конечно, но в политическом смысле слова они, так сказать, а вот главные застрельщики, так сказать, выступающие от имени этого лагеря, вот, они крайне влиятельны, Путин уже сам от них зависит, впал в зависимость, вот, и поэтому он не может их заткнуть, и они транслируют этот сигнал, вот, они считают, что, ну, типа, надо переть на рожон, и тогда Запад там прогнется, он испугается, он сдастся, они слабаки. Вот. Но, строго говоря, вот, не столько Запад испугается, сколько сами россияне вот, в результате всего этого, понимаете? И они своей деятельностью окончательно лишат ну, режима политической поддержки. То есть они, вот, демонстрируя свою вот эту неадекватность, готовность воевать там на всех фронтах, значит, они реально сейчас создают ощущение у людей, что они там все чокнулись и психи ненормальные. Как-то так. Аббас, а если не война, то на что может опереться Путин? Что может быть ну, его вот этой сверхидеей, с которой он ведет за собой людей, которые живут в бедноте? Ну, нет, смотрите, он потому и начал войну, что никаких других идей нету. Вот я абсолютно убежден, что реальная причина не в НАТО, не в Украине, не в этом Донбассе, так сказать, да. Реальная причина в том, что вот эти идеи были утрачены. Вот начиная с 2018 года, это было заметно, в головах людей вот не оставалось места внешней политики. Вот эта вся геополитика, все эти международные отношения, там Украина, НАТО, США, да, все то, чем пичкали на протяжении долгих лет россиян, все это им настолько надоело, что они просто вот повернулись спиной к внешней политике и стали смотреть, а что у нас внутри. А внутри у нас там коррупция, неравенство, деградирующая экономика, беспредел силовиков, полное отсутствие перспектив, деградирующая социальная среда, там, здравоохранение, ЖКХ, образование, да, ну, то есть вообще все плохо, да, и никаких оснований нет говорить то, о чем говорил Володин, есть Путин, есть Россия, нет Путина, нет России, вот вообще ничего не видно такого, да, и путинский рейтинг вот между 2015 и 2020-м, последний замер, январь 2020 года. Кстати, именно сегодня, я даже написал про это, маленькая годовщина, именно сегодня, 4 года назад, фонд общественного мнения, около кремлевская структура, последний раз опубликовал электоральные рейтинги российских политиков. Вот. Почему они прекратили их публиковать? Потому что Путин с 76, где он находился в 2015, упал до 45. В январе 2020 года его электоральный рейтинг был 45. Ну, то есть 76, представляете, и 45, почти в два раза. Вот. Это в значительной степени было связано с тем, что внешняя политика людям надоела, а во внутренней политике вообще ничего такого суперского, что позволяло там, так сказать, любить Путина там так беспредельно, не происходило. И Путин начал вот эту эскалацию в отношениях с Украиной, именно потому, что уже на горизонте маячили выборы 2014 года, да, и тренд вот этот на делегитимизацию, на падение рейтингов, на рост протестных настроений, рост усталости от него, да, но он реально ставил под угрозу переизбрание. И тогда он вот решил повторить тот трюк, который он когда-то совершил с Крымом. Вот, он решил войти два раза в одну и ту же самую воду. Вот. Других идей, кроме идеи внешнего врага, с которым надо воевать, которого надо побеждать, у него нет. Ну, вот на этом поезде продолжают, судя по всему, дальше ехать, расширяя географию. Спасибо вам, Аббас, за разговор, за ваше время.